по самоотдаче к ребятам претензий нет. Сражались, бились. Не хватает, создавали моменты, но не хватает вот нам, конечно, исполнителей. А так, ну, эти грубые ошибки, конечно, не позволили и не реализовали моменты, которые создавали, не позволили более успешно сыграть. А так, благодарен ребятам за самоотдачу, за характер. Ну, а так, есть проблемы в технике и в исполнительном мастерстве, так что работаем дальше. Ну, две предыдущие игры с лидерами, скажем так, отняли очень много сил физических, прежде всего моральных. Особенно последняя игра, очень сильно выплеснулись там. А что такая игра будет, в общем-то, знали, видели. Понятно, что соперник после перерыва. В общем-то, сегодня в движении, мобильности был намного быстрее нас. Но мы сегодня работали на результат, стиснув зубы, потому что не хватало нам сегодня свежести, это было видно. Не хватало эмоций, такие глаза потухшие были. Но в этом и проявляется, наверное, класс команды, когда можно. Ребята достают из себя внутренние ресурсы и, ну, можно сказать, где-то на мастерстве мы свои моменты сегодня реализовали и где надо дотерпели. В общем-то, тоже у меня нет никому никаких вопросов. Ребята полностью отдались игре. Да, сегодня какие-то перестановки сделали, попытались ввести новых игроков. В общем-то, что-то получилось, что-то нет. Так, поздравляю команду болельщиков, в общем-то, с победой. Конечно, сегодня дебютировал Алексей Бешков. Ну, парень практически два сезона не играл. Была бы возможность, конечно, ему бы где-то набраться именно игрового тонуса. Ну, сегодня, скажем так, на период его хватило. Ну, мы знали, что так будет, поэтому одели сегодня 13 нападающих, чтобы где-то подмениться, где-то подстраховаться. Ну, создавал момент, один на один вышел, не забил, правда, но это уже говорит, что, в общем-то, стремление, желание перехлёстывает. Еще немножко в организации добавить, и будет, наверное, уже неплохо. А Владимиру Королёву после этого вынужденного простоя пока чуть-чуть тяжеловато катиться? Ну, всегда, когда первый матч проводишь, в общем-то, он первую игру сегодня проводил в Тюмени. Хотел, наверное, себя показать сильно. Не показал всего того, что он умеет. В общем-то, игрок мастеровит, и больше от него ждет.